За всю историю существования Ульяновского патронного завода его производство не останавливалось ни на день. В марте 2018 года одно из старейших оборонных предприятий России обзавелось новым высокоточным современным оборудованием – пульным прессом. Его установка расширила возможности в изготовлении патронов. Теперь не только сборка, но и полное изготовление от начала до конца. Если раньше мы в России умели только собирать эти патроны, из которых стреляет весь мир, то есть, условно говоря, пулю вставляют в гильзу, то сейчас мы будем делать сами гильзы, сами будем делать пулю, сами будем делать оболочку, сами будем делать все необходимые компоненты. И собирать будем тоже сами. Губернатор Сергей Морозов осмотрел новый пресс и в паре с очаровательной сотрудницей и инженером его торжественно запустил. Именно здесь будут выпускать так необходимые для дальнобойных винтовок российских силовиков патроны 308 и 388 калибра. Обновление предприятия началось еще в 2015 году в рамках федеральной целевой программы. За 3 года завод практически отстроен заново. Я хочу искренне поблагодарить акционеров за то, что вот они, несмотря ни на какие сложности, приняли это решение. Строить фактически новый завод. В первом полугодии 2018-го специалисты патронного завода планируют отработать новую технологию, выпустив первую партию для испытаний. Далее, после корректировки оборудования и доведения до ювелирной точности изделий, патроны поступят на вооружение. Виктория Шикова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.